Сотни пассажиров оказались в затруднительном положении на французском острове Мартиника в Карибском бассейне. Аэропорт столицы Фор-де-Франс был временно закрыт после того, как протестующие попытались взять его штурмом и вышли на взлетно-посадочные полосы. В четверг три самолета, перевозившие около 1000 пассажиров, были перенаправлены на соседний остров Гваделупу. Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо заявил, что к утру власти восстановили контроль над аэропортом и добавил, что на остров направляется подкрепление. С вечера понедельника Мартиника охвачена протестами против роста стоимости жизни, которые переросли в беспорядки. Последний виток насилия заставил правительство снова объявить комендантский час и подчеркнуть, что демонстрации на автотрассах запрещены. Протесты на Мартинике не прекращаются с начала сентября, что побудило Францию направить на остров специальную полицию по борьбе с беспорядками. В отдельных районах демонстрации были запрещены.